часть по степи на нашем синем звездолете мы долетели до Соколиных гор. Это Соколиные горы, детка! Мы приехали! Лайк, подписка, колокольчик. Не забудьте поставить лайк, подписка, колокольчик. Забравшись на горы, мы начали снимать красоты Соколиных гор. Теперь по порядку. Вооружившись информацией из Гугла и нашим нескончаемым энтузиазмом, мы поехали покорять Соколиные горы. 130 километров автобана, 15 километров степи, и вот мы здесь. Это место объединило в себе многие красоты нашей страны. Бескрайние степи, сказочные леса и загадочные горы. Кстати, на территории парка Буйратау насчитывается до 16 горных хребтов. А сам Государственный национальный парк Буйратау был создан 11 марта 2011 года. В переводе Буйратау означает «кудрявые горы». У подножия одной из гор расположился чудесный этно-аул. В нем за определенную плату вы можете арендовать юрту и провести незабываемый уикенд с друзьями или в кругу семьи вдали от городской суеты. Забраться на эти горы не составит огромного труда. Протоптанные местными жителями и туристами тропинки легко довели нас до вершины, но все же осторожность вам не помешает. То и дело ноги спотыкались о корни деревьев, растущих на горе, и соскальзывали с камня. Но мы сделали это! И Соколиные горы подарили нам замечательные кадры, чем мы и воспользовались. По пути мы встретили мясистого сурка. Он поприветствовал нас и скрылся в своей норе, а также застали орла за обеденной трапезой. Бедная лисичка, но, увы, это законы природы. Горы Ерементау находятся в 150 километрах от Астаны. Это так называемый тёщин язык, а это пики Соколиных гор. Общая площадь этих гор 25 квадратных километров. Самая высокая точка 893 метра, и эти горы относятся к казахстанскому мелкосопочнику. Ну а с вами были NotBloggers и показали вам эту красоту. И чтобы мы знали, что вы смотрите наши видео и наши старания не пропадали зря, поставьте, пожалуйста, царский королевский лайк, подпишитесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы видеть больше крутых мест. Пока!